Добрый день, Валерий Константинович. Засели персики хасанские в теплице. Форточку открыла месяц назад. Соцветут нет, моим всего 2 года. Один привитый там месяц цветает. У меня же, я же рассказывал, что я это самое решил не рисковать и все-таки посадил в теплицу. Так, и там у меня 4, ой, там сколько, 1,5 десятка персиков. Так. Один привитый оставил там же. Он точно зацветает, потому что привитый. Хотя привит он был мной в прошлом году. Весной прошлого года. А эти сеянцы двухлетние, они... Ну, вроде есть цветочная почка, но пока еще не видно. Зацветут нет. Я хочу сравнить, потому что я получил по морде от этого, от шаломая. Мои персики укрупнил 4 раза или 5. Мне что теперь делать? Догонять. Не все ж в лидерах ходить. Пришлось садить в эту, как она, в теплицу. Потому что, видимо, в теплице как почувствует комфорт, так тогда и лучшее качество раскрывается. Один из моих посылатов, вспоминайте, одно и то же семечко на севере, на юге покажет разные результаты. Или не так. А одно же не может разорваться. Одно и то же семечко, будучи посажено на юге, будет крупнее, на севере мельче. При одних и тех же этих самых. Ну, допустим, понятие есть такое. Ну, ладно, мы уже с вами не будем вдихать, а то сейчас кто-то отключит компьютер. Итак, вот фотографии Сахалина. Заметьте, шаломай Сахалин. Вот. А здесь... Снова Сахалин. Похоже на мою такая же. Зацветает. Зацветает, зацветает. Ну что, будем ждать. Еще будет один вариант. Жду от вас отчета.